Клоун Андрей Николаев, более известный как Андрюша, скончался в московской больнице. Последним его желанием была панихида в родном цирке Никулина. Гражданская панихида по Андрею Николаеву прошла в московском цирке Никулина на Цветном бульваре 18 августа. Легендарный клоун несколько недель назад заболел острой формой желтухи, но отказывался от срочной операции. В больнице он подхватил коронавирус, который еще больше усугубил ситуацию и не оставил ему шанса. На прощание пришло несколько десятков человек, это не только те, кто работали с 85-летним Николаевым, но и поклонники. В кулуарах шептались, что помочь легенде цирка пыталась Алла Пугачева, но ему было уже слишком плохо. Близких людей у Николаева практически не было. Сын у него умер в начале 2000-х после тяжелой болезни. Когда о госпитализации Андрея узнала Алла Пугачева, она попыталась связаться с ним, чтобы передать деньги на лечение. Но, увы, спасти Николаева не удалось, он умер через 3 дня после госпитализации. На прощание Алла Борисовна не приехала, зато прислала венок из белых цветов и милую подпись. Ведь именно Андрюша много лет назад помог тогда еще никому, неизвестной певице, и придумал номер Арлекино. Певица не только исполнила хит, но и жонглировала, чтобы научиться все делать требуется больше 3 дней, а то и недели, а Примадонна справилась за 3 дня. Кроме того, он много работал с Натальей Гулькиной. Экс-солистка «Миража» пришла на прощание и вспомнила, как Николаев приглашал ее в цирк, называя очень артистичным человеком, а также просил записать композицию.